Главное патриотическое событие года – парад памяти, который прошел 7 ноября на площади Куйбышева. Впервые в нем приняли участие юные горожане, а также гости из других регионов. Пермь, Москва, Санкт-Петербург. Патриоты из разных частей страны собрались на главной площади Самары. Ответственно готовились к параду и юнармейцы. В области их 30 тысяч, и каждый десятый маршировал в тот день в строю. Так выделили тех, кто хорошо учился и занимался спортом. Естественно, попасть в парадный расчет – это честь, дети стремятся. Для этого кому-то пришлось потянуть учебу, кому-то пришлось забросить похождение на улицу или сидение в компьютере. Перед парадом юные патриоты провели мини-шествие перед домами ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья не все из них смогли прийти на площадь Куйбышева 7 ноября. Эти ветераны готовились, я уже сегодня говорил, они неделю к этому готовились. Пекли пирожки, готовили альбомы, готовили свои истории жизненного пути. Это очень важно, это из первых уст. Мы с вами уже вышли на мировой уровень. Наш парад является примером в других регионах, как надо проводить патриотическую работу, воспитательную работу с молодежью. Работать с молодежью важно и для самих ветеранов. Без них не обходится практически ни одна патриотическая акция в городе. Только уроков мужества проходит порядка 500 в год. Когда ветераны с ними разговаривают, то они разговаривают с человеком из истории. Потому что с ними разговаривают участники боевых действий Великой Отечественной войны. Курская битва, Сталинградская битва, блокадники Ленинграда. Это те люди, которые на себе перенесли вот эти все тяготы и лишения. И поэтому молодежь воспринимает очень здорово. И даже после выступлений некоторых из детей слезы на глазах. Впереди много важных задач, ведь в следующем году будут отмечать 75-летие Великой Победы. Совместная работа ветеранов и молодежи в подготовке к такой знаменательной дате является ключевым моментом. Мария Левина, Константин Головин. События.